уроки почитания. Девочки, сказала Бель, аромат цветка зовет меня к своему принцу. Он же чудовище. Но мое сердце стучит, я хочу с ним увидеться. Бель прощается с девочками и уходит. Давайте посчитаем, сколько у нас принцесс осталось. Раз Ариэль, два Золушка, три Аврора, четыре Рапунцель. Раз, два, три, четыре. Четыре принцесс. Значит, пять минус один равно четыре. Ребята, а может была другая история? Девочки, мой аромат цветка зовет меня остаться наедине. Вы можете меня оставить? Хорошо, сказали девочки и ушли. Равно один. Получается, что 5 минус 1 равно 4. 5 минус 4 равно 1. Рапунцель сказала Авроре: Аврора, пошли покупаемся, такая сегодня хорошая погода. Она согласилась, и пошли они купаться. Ребята, давайте сосчитаем, сколько у нас принцесс осталось. Раз Ариэль, два Бель, три Золушка. Получается у нас раз. И девочки с радостью согласились и ушли в подводный мир. Ребята, давайте сосчитаем, сколько у нас принцесс осталось. Раз, Аврора. Два, Рапунцель. Раз, два, две принцессы. 5 минус 3 равно 2. Значит, что 5 минус 2 равно 3. Что 5 минус 3 равно 2. Ребята, наш урок вычитания подошел к концу. Вы не хотите со мной прощаться? А вы знаете, что это за знак? Правильно, минус. Конечно же, что мы минус, это очень знак такой, что уходит и уходит. Вот так вот и называется в
пока-пока. Ставьте лайки и ставьте колокольчик под этим видео. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И не забудьте подписаться.